другой бразильский город из тех, которые принимают матчи. С гимнами государств Катара и Аргентины. Команды Феликс Санчес, испанец, Аргентины. Состав сборной Катара на ваших экранах, в воротах. Пели гимны. Из Чили главный тренер сборной Аргентины Николас Тальяфико, третий номер. Слева четвертый сегодня Копа Америка. Ну и давайте продолжим о составе сборной Аргентины. Второй Хуан Фойт. Но для этого надо выигрывать. Ошибка, удар. Но... Авильянеде. Ну, там. Тем не менее, я вот говорю об Аргентине. Между прочим, Катар на данный момент попадает с третьего. Сюда надо налево сделать передачу. Да, подключение Тальяфико. И здесь разворачивается Лаутаро Мартинес. Удар. Еще раз смотрим. Мауро Икарди, руководством команды. Вот как раз-таки Лаутаро последний. Удар. Гол! Лаутаро. Эль Торро. Нападающий Интернационал на ногу Лаутаро Мартинесу, Басам Аль-Рави. И здесь легкая ошибка. Да, как же так? Чудовищная ошибка. Первый мяч как раз-таки забивает Лаутаро Мартинеса. Это то, чего, что нужно было Аргентине. Видите, ответ сборной Катара. Как нахально играет Катар. И если бы здесь... Здесь пока что вот этого не получается. Гора делал скидку, но потом потеря. А произошла у сборной Аргентины, и Катар пошел. Не лады были, так скажем, в настроениях, внутренними раскладами. Пока Аргентина впереди 1-0. Передача на Мартинеса. Кун Агуэро. Длинный заброс от Лионеля Месси в направлении. Удар. И Тальяфико. Это как стартовал Кубок Америки. Месси. Нам показывают заброс в свободный коридор здесь из внутреннего первенства. Вот как раз Рорро с мячом. Острый угол, пришлось сделать передачу. Здесь неудобно было бить Лаутаро у арбитра. Нарушение правил. И, ну, здесь не получается. Ло Чельсо. Неудобно ему бить. Разворачивается. Пробил. Рави. Тем. Лаутаро Мартинес запутался. Наступил на... А это что такое творят оборонцы аргентинцы? На тоненького. Прямо скажем. Аргентина по-прежнему с мячом. Родриго де Пауль. Здесь с ним возраст, появился в стартовом составе сборной Аргентины. Не дошел мяч. Оборону катарской команды. Передача в штрафную площадь. Но здесь скорости оставил мяч по Редусу. Нарушение прав. Аргентинские журналисты за то, что Месси сам пошел вперед. Забивает. И здесь нужно было пробить. Вот так вот продолжение было, конечно, один момент. Вот тот, правда, там было зафиксировано положение вниз. Хотя изначально вот половина месяца великолепно финтит. Затем следует подача в штрафную площадь. Не дотянут. Перевод на Педро. Так, защитника сборной Катара. Педро написано на футболке. Алена Хухи. И Катару надо повнимательнее играть. Нарушения правда не было. Альмоес — это продукт матчами Кубка Америки. И он сказал, что Альмоес очень... Бригада видеоарбитров посчитала нужным. Да, и да, и сам главный рефери. Передача в разрез. И вновь.
И вот передача в штрафную, момент. Давайте еще раз посмотрим. И Гвидо Родригес, но его сегодня нет в старте. Подача. Уже. Вот Лео Месси с мячом. Входит в штрафную площадь. Лаутаро. Подключение. Волшебные гутаперчивые придумывали. Вроде свой Месси. Нет, Месси подает. Подача. Тонелла. Жена Лионеля Месси с детьми. А может быть, какой-то оригинальный розыгрыш мы увидим? Нет, последовала подача. Беспокоится. А вот за выход сборной Аргентины Фулов беспокоиться надо. Прострел. Удар будут выполнять аргентинцы. Сначала довольно опасно. Добивание будет ли? Давай же, кто пробьет поворотом.